Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор заказа из магазина Тикитекс. Очень интересная посылочка, наряжаемся к лету. Итак, поехали. И здесь у нас наряды для меня, для Ксюшки и для Крестюшки к лету, платьица, юбочки. Итак, поехали. Начнем с Крестюшки. Я обязательно покажу ее в этом платье в Телеграм. Там она активно общается со зрителем. Так, это Ксюшкина. Вот Крестюшкина. Платье в размере 86. Это у нас с вами Ивашка. О, кстати, первый раз такого производителя вижу. Ни разу еще не попадался. 100% хлопок, как всегда. 86. Еще написано размер 52. Не знаю, что это значит. А вообще размер 86. На вырост. На вырост как раз летом щеголять. Надеюсь, оно у нас настанет наконец-то. Ой, какая красота. Смотрите, девчонки. Это вот такая вот прелесть. Сзади на пуговичках. Вот так они выглядят. Две заклепочки. Вот он магазин. Кто брал, девчонки, Ивашка, вот это вот расскажите, как в носке. По ощущениям очень приятно. Очень здорово. И такой желтый цвет приятный. Зайка. Happy Bunny. Вообще просто прелесть, смотрите. Мне очень нравится. Прям на лето, на жару. Надо еще повязочку какую-нибудь тематическую на голову. Все отлично. Рекомендации по стирке. Здесь, в общем, мне нравится. Покажу еще поближе. Крестюшина платьица классная. Здесь, кстати, резиночка на рукавах есть. Но не по всему периметру. То есть передавливать не будет. Посмотрите, какая милота. Просто прелесть. Дальше платье Ксюшкина. Очень красивая расцветочка, уже как бы у нее такой возраст, когда ей с какими-то поняшками там не очень солидно носить, а там таких, кстати, очень много платьев. На самом деле 146 размер, платье Вера, короткий рукав, и кто у нас? Сейчас посмотрим на этикеточку, вот так выглядит. Так, открываем. Ну все, в спортивных костюмах, да костюмах надо и платьишками как-то запасаться. Она очень красивая, она очень легенькая. Вот такой короткий рукавчик, прекрасно обработана горловина. И по плотности, слушайте, оно среднее, среднее по плотности. Поэтому, я думаю, будет в нем комфортно. Так, этикетка у нас с вами. Это у нас Мурлыка. Слушайте, Мурлыки у меня, по-моему, тоже еще не было. Смотрите, новые бренды появляются в ивановском трикотаже. Или они были, но не были представлены в этом магазине, да? Смотрите, какая прелесть. Вот такое вот платье Ксюшка обязательно оденет и покажет, как оно смотрится. Мне кажется, очень стильная расцветочка. Прям классная-классная на лето. Слушайте, супер. Просто супер. У меня здесь шорты женские, но взяла я их для Ксюшки в размере 42. Надеюсь, подойдут. Потому что детских не нашла. Такие шорты, в которых можно гонять и на улицу, а можно гулять по дому. В основном для этой цели я брала. Шорты 152,79. А нет, детские все-таки я взяла. Детский цвет желтый. И 42 у нас с вами размер. 152 ростовка. 95 хлопок, 8 лайкра. Такие веселенькие. Потому что дома в основном ходим в шортах. И в футболочках. Ой, классные, в таких и гулять можно, они очень симпатичные. Широкая резинка, и она... О, пристрочена, слава богу, она пристрочена. Она внизу пристрочена, это Натали. Да, это у нас с вами Натали 42. Она широкая, она пристрочена, и есть кармашки. Легкие-легкие такие, хлопковые. Вообще потрясающие шортики, Ксюшка тоже вам покажет. Да, это у нас Натали. Класс, супер, вообще здоровские. Себе я взяла юбку. На самом деле, я на нее очень давно смотрю, уже несколько месяцев. Наверное, так здорово смотрится на модели. Это юбка в пол, практически в пол. Надеюсь, что и на мне она сядет хорошо. Так, это юбка женская Лира, артикул 1191, материал кулирка. Обожаю кулирку, вот в юбках она прям самая, но особенно, если надо скрыть какие-то недостатки. Да, размер 54, 100% ХБ, цвет серый. Вот такая интересная юбочка. Все померяем, посмотрим. Давно на нее глаз, девчонки, положила, но все сомневалась, сомневалась. Не, она, кстати, не в пол, она чуть ниже колена. Вот такая вот юбка с вот такой вот резиночкой. И вот такой у нее низ. Вот такая серенькая. У меня есть в таких расцветках курточка, но такая курточка легкая, летне-весенняя. Юбка средняя тоже по плотности, резинка прострочена. И это у нас кто? Это у нас Lavtex. Lavtex. Слушайте, ну прикольно. Прикольно, будем мерить, тянется хорошо, надеюсь, и смотреться тоже будет хорошо. Низ у нас с вами подшит, обработан, как бы все нормально. Вот такая вот юбочка. Поехали мерить.
долго думала, с чем же эту юбку вам показать, но сюда больше подойдет однотонный рек, может быть, какая-то белая блузочка. Она не сильно, кстати, клешоная, не сильно. И вверху немного в обтяг. Можно поиграться и сделать длину повыше на модели, она на талии как бы носится. Мне больше такие вещи нравится носить на бедрах. Да? Если она на талии, то она чуть-чуть не достает до низа. Да? Если она на бедрах, то она прям в пол. В общем, можно поиграться, посмотреть, как будет удобно, да? Как будет интереснее. Мне больше нравится носить такие вещи на бедрах, но если на бедрах, она почти до конца. Она почти до конца, она легкая, струящаяся. Здесь вот эти удобные карманчики, как бы все здорово в целом, все очень интересненько. Надо как-то обыграть вверх, девчонки, посоветуйте, как вы думаете, как к этой юбке, что будет лучше смотреться, да? Какой верх. А так она довольно интересная. В целом мне нравится. Я люблю юбки очень в пол, и почему бы не попробовать из ивановского трикотажа, вообще не вижу как бы никакой в этом проблемы. Вверху немножко в обтяжку, я рассчитывала, что она будет посвободнее, но я думаю, она разносится, это хлопок, он разнашивается, хотя и после стирки дает усадку. Вот. Но в целом я довольна, мне нравится. Она вроде такая вот ни к чему не обязывающая, но в то же время верх надо подбирать. Пишите, что вы представляете с этой юбочкой, я пока даже не знаю, как ее и с чем носить. Так, ну а теперь, Ксюшка. Вот у нас шортики, ну, Ксюшки, покрутитесь, пожалуйста, дамочка. Вот, красотка. Как они такие коротенькие, легенькие, удобненькие, да? Yeah. Ставь руки в карманчики. Тебе нравится? Да. Yeah. Ну, классные, мне тоже нравится. Здорово. Вот платьице на Ксюшке вообще восторг. Тебе нравится? Да. Yeah. Прям в самый раз смотрится изумительно. 146 сел прям вот сейчас идеально. Покрутитесь, пожалуйста. Да, 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 и тебе платье тоже. Классно, да? Мне вообще нравится. У нас ростовка сейчас где-то, знаете, девчонки, 138, вот так. И вот 146 садится уже идеально в ивановском трикотаже. Платье классное, вообще супер. Ну вот и все, мои хорошие. Надеюсь, обзор был вам интересен и полезен. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылки, как всегда, все оставляю под видео. Проходите, знакомьтесь. У Тикитекс огромный ассортимент и нет минимальной суммы заказа, что тоже очень здорово. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.